Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов и сайт фокусыотморяка.ру. И в этот раз снова я и мой коллега по цеху Вадим решили выйти в городской парк культуры и отдыха, чтобы удивить людей нашими любимыми фокусами. Итак, предлагаю посмотреть, что у нас получилось. Все. В общем, конечно, вы знаете, что я занимаюсь фокусами уже как бы давно, да? Ну, как бы, кроме как по телеку, наверное, ну, там, в интернете не смотрели. Ну, да. Поэтому сейчас я покажу вам парочку моих любимых трюков. Ладно, буду показывать вам одновременно обоим. В общем, парни, вот эта карта, к примеру, будет ваша. Каждый раз, когда я буду ее прятать, любой из вас будет щелкать пальцами. Ну, допустим, ты, Леха, давай. Она постоянно будет появляться наверху. Смотри. Каждый раз, когда я буду ее затасовывать, к примеру, вот так вот, да? Стоит тебе щелкнуть пальцами, она снова будет появляться наверху. Ну, давай сейчас по-другому поступим, да? Смотри, я буду пролистывать вот так вот. Ага. Ты в любой момент меня останови, просто скажи стоп. Понял? Давай. Стоп. Стоп. И вот она появляется, твоя карта. Оба. Молясь не она. Ну ладно, щелкну пальцами. Возвращайся. Это очень здорово. Так, ладно, давай еще немножечко потасуем. Так, Лех, ты тоже помнишь карту, верно? Да, да, да. Итак, да. Верхняя карта она? Нет. Не она. Вторая снизу она? Нет. Может быть, она первая снизу? Нет, нет. Нет, нет. Не первая, да? Может быть, вторая? Нет. Ну как же нет? Ладно. Смотри, у меня обычно у кого-то карта есть. Все честно? Ну да. Смотри, я буду так пролистывать, тебе скажешь, что либо мне. Стоп. Здесь? Смотри. Запомни карту. Вот эту? Да, которую я вытяну. Хорошо. Вытянем, да? Смотри, я оторву уголок небольшой от этой карты. Возьми. Смотри. Все это время у меня здесь лежал телефон. Смотри внимательно. Уголок исчез. Смотри, медленно открывай телефон. И под аккумулятором оказался уголок. Посмотри, подходит. Нифига себе, да ладно. Смотри. Ну да. Все карты обычные? Вот так, да. Без подвоха. Спасибо, здорово. Выбери карту любую, какую захочешь. Ну вот, давай вот эту. Покажи другу. На камеру. И ложишь сюда. Тасуй немножко. Чтобы найти твою карту, мне понадобится 3 туза. Сейчас тебе покажу. Даже шкалу тоже немножко. Смотри, 3 туза. Тебе придется следить за червовым, потому что он единственный красный. Угу. Смотри. Где червовый? Вот. Здесь? Молодец, угадал. Сейчас немножко усложним. Смотри. Запутался, да, немножко? Да, да, да. Здесь я дам фору немножко. Так. Где червовый? Вот. А ты помнишь свою карту? Да. Все. Вообще прикольно. Дорога. То есть я буду ее постоянно вот так вот перемещать. А вам надо постоянно угадывать, где она. Ну давайте просто тренируемся, попробуем с одной карты. Ну, и где же он? С руками. Здесь. Все верно. Ладно. Задача усложняется. В тузу я добавляю 4. Ваша задача также продолжать следить только за тузом. То есть 4 и туз. Туз и 4. Так. Где туз? Справа. Здесь. Оп. Неплохо. Что ж, давайте усложним. Добавим еще одну 4. Знаковый, да?
что? Да, одинаковая четверка. То есть вам надо опять следить за тузом, за этой синей рубашкой, но только не спутайтесь с четверкой, потому что у нее такая же рубашка. Теперь протяните ладошку. Где туз, а где четверка? Здесь туз. Здесь четверка. Ладно, протяните опять ладошку. Одну карту вам, одну мне. Где туз, а где четверка? Будет здесь туз. Там туз или здесь? Это красиво. Здесь туз. Здесь четверка. Туз здесь. Ладно, давайте туза пока что уберем, оставим парочку четверок, да? То есть две четверочки у нас абсолютно одинаковые. Две четверки, верно? Да. Неверно. Здесь уже туз. Вторая четверка у меня была вот здесь, вот в кармане. Окей, ладно. У нас четверка, туз четверка, правильно? Перевернем одну карту. Какая здесь? Посередине. Возьмите, посмотрите. Здесь уже четверка. Туз у меня вот здесь вот в кармане лежит. Хорошо, давайте я возьму вот так вот. Четверку уберу, туза оставлю. Итак, две четверки, один туз, верно? Да. Переверну одну карту. Какая? Четверка? Или какой туз? Нет, здесь уже туз. Давайте еще раз попробуем. Перевернем одну карту. Какая карта? Туз, наверное, должен быть. Все верно. Все карты изначально были тузами. Абсолютно одинаковые. У меня обычно у кого-то карты есть. Все карты разные. Андрей, я буду так пролистывать, ты скажешь, что придумал. Стоп, здесь. Запомни карту. Запомни. Я оторву от нее небольшой уголок. Возьму карту. Смотри. Внимательно. Уголов у меня нет нигде. Уголок исчез. Смотри, ты внимательно следил за этой коробочкой? Посмотри, открой, что там. Сочек. Ну, не знаю, посмотри. Открывайте. Давайте посмотрим, что же там в коробочке. Да, подходит? Смотри. Конечно. Прям даже не занимаюсь. Давай еще покажу сейчас. Выбери любую карту. Да. Запомни, покажи мне в камеру. Хорошо. Ложи сюда. Сын немножко. Что, чтобы найти твою карту, мне понадобится три туза. Сейчас их найду. Смотри, следить придется за бубновым, потому что он единственный красный. Где он? Сверху? Да, угадал, молодец. Сейчас немножко усложним задачу. Где? Нет. Одно. Его же нет. Да. Потому что он был сверху. А, это дело, это та карта, которую мы должны угадать. А, нет, сверху. Точно. Вас спасибо, ребят. Так, смотрите, в общем, для того, чтобы всегда как бы фокус получался, да, вы должны угадывать, где вот эта карта. Я буду ее постоянно перемещать, путать с другими картами, вы должны всегда следить за тузом, за пиковым тузом. Если вы угадываете, значит, получаете деньги. Если не угадываете, значит, отдаете свои. И телефоны, все отдаете. Шучу. Ладно, давайте начнем с одной карты. Итак, туз-пик, ваша карта. Давайте, начинаем следить. Итак, где он? Здесь? Да. Ты молодец. Все, 100 рублей выиграла. Ладно, смотрите, давайте добавим вторую карту. Четверка черви. То есть четверка и туз. Туз и четверка, да? Четверка и туз, туз и четверка. Опять же следим за тузом. Где туз? Здесь? Да. Может быть здесь? Здесь. Точно тут? Да, да. И снова вы выиграли, молодцы. Хорошо. Усложним вам задачу, добавим вторую четверку.
То есть ваша задача, опять же, следить за тузом. Это синяя рубашка туз, да? Точно такая же рубашка у четверки. Поэтому смотрите, не спутайте. Протяни ладошку. Где туз, а где четверка? Тут. Что там? Туз. Туз? Проверь. Туз здесь. Хорошо. Протяни снова ладошку. Одну карту тебе, одну мне. Где туз, а где четверка? Что там? Туз и четверка. Туз? Да, да, вот туз. Здесь четверка, туз вот здесь. Ладно, давайте облегчим вам задачу. Оставим две карты. А? Итак, смотрим. Четверка первая, четверка вторая. Хорошо. Девчонки, продолжаем смотреть. Раз, два, три, четыре. Две четверки, верно? Да. Ну, уже появляется второй туз. Точнее, первый туз. Ладно, давайте снова добавим вам немножечко. Итак, смотрим, да? Четыре, четыре. Ваша задача все время, опять же, следить за тузом. Какая карта? Нет, это не туз. Туз у меня вот здесь в кармане лежит. Ладно, окей. Заберу я четверку. Туза оставлю. Какая карта? Дама, наверное, крестовая. Получится. Ну какая? Ладно, давай, ты с мороженым, давай. Какая карта? Не знаю, четверка. Ну тут тяни карту. Нет, здесь туз уже. Окей, ладно, давайте последний разочек. Ой, мамочка. Какая карта? Четверка. Там будет туз, по-моему. То есть все три карты изначально это самые обыкновенные тузы. Все, девчонки, благодарю за внимание. Смотри, у меня обычная колода карт есть. Сейчас. Смотри, я буду пролистывать, вот так ты скажешь запрос. Давай. Что сказать? Стоп, стоп, просто слово. Стоп. Стоп. Здесь. Запомни карту. Угу. Возьми колоду, держи. Ну, я второй уголок небольшой. Карты. Держи. Смотри внимательно. Крепко держала коробочку. Колок уже исчез. Посмотри, что в коробке теперь. Как вы это делаете? Посмотри, подходит уголок. Может, там другой? Проверь, может, он обманывает. Сейчас еще один раз. Смотри, просто коснись пальцем любой карты. Что-то, да? Запомни ее, хорошо. Берем в центр. Ты помнишь свою карту? А? Помнишь свою карту? Да. Смотри, верхняя твоя. Выше на ладони. Давай теперь найдем твою. Смотри, скажи стоп просто так в любой момент. Стоп. Здесь, смотри, берем твою карту и помещаем сюда. Теперь здесь. Все, спасибо. Давай. Смотри, есть обычная колода карт. Я сделаю веер. И джокером буду так пролистывать, и меня остановишь в момент. Давай. Стоп. Можешь передумать, если хочешь. Не хочу. Смотри. Остановился на девятке. Запомни карту эту. Джокера я уберу пока. Давай. Смотри, представь, что эта карта просто улетела из колоды и переместилась в коробочку, допустим. Представил. Все уже произошло. Смотри, здесь дамы, ой, не дамы, а девятки рубей нету. Подожди, как это? Нет, здесь оно идет.
Можешь проверить сам. Пошли сюда, находим. Девятка черви, но девятки бубен нету. Слушай, реально нету, да. Смотри, руки чистые у меня. Открываю медленно коробочку, там уже свернутая лежит девятка бубей. Окей, Вадим, смотри. Для того, чтобы начинать показывать какие-нибудь свои представления, лучше найти своих ассистенток. У меня их 4. Это будут 4 дамы. Сейчас их найдешь ты. Ну, если у тебя, конечно, получится. Смотри, как надо будет сделать. Сейчас, давай. Сначала пацанем пару раз колоду. Руки грязные, плохо получается. В общем, смотри, как тебе надо будет сделать? Раз перевернул колоду, два перевернул колоду, пролистал и ассистентку нашел. То есть первая карта, которая лицом вверх будет, это будет как раз ассистентка. То есть давай еще разочек повторим. То есть раз перевернул, два перевернул, пролистал. И вот эта карта будет ассистенткой, да? Да. Смотри, думаю, а он так уберем. Давай. Переворачиваем раз. Переворачиваем два. Пролистываем. Верхняя карта ассистентка. Теперь вот так вот разобьем. А это самое, были же чутки. Да. На 4 стопочки, да? Угу. Все, 4 стопки, то есть, соответственно, 4 ассистента. Появляются. Появляются. Ну, конечно. Угу. Так, знаешь, ты что, один бургер и этот самый, как он зовут?